Советского информбюро. Авиации Краснознаменного Балтийского флота потоплены в порту Пилау три немецких транспорта водоизмещением от 5 до 6 тысяч тонн каждый и в районе острова Борнхольм два немецких транспорта водоизмещением от 10 до 12 тысяч тонн каждый и один сторожевой корабль противника. Юго-западнее Кёнигсберга войска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по ликвидации восточно-прусской группы войск противника. Несмотря на это, наступающие советские части настойчиво продвигаются вперед, уничтожая вражеские узлы сопротивления. Прижатые к заливу Фрижгав, на узкой прибрежной полосе остатки разгромленных немецких соединений яростно сопротивляются. За 21 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 89 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 51 самолет противника.